Меня зовут Алексей, и я работаю в хлебнице. Меня зовут Настя, и я тоже работаю в хлебнице. Я выбрал эту профессию еще в 5 классе. Я тогда готовил для школьной ярмарки торт, ну и мне так понравилось, что я решил стать пекарем. А потом я увидел объявление о работе, ну и уже никаких сомнений у меня не было. А я пришла в хлебницу, и меня здесь с нуля обучили этой прекрасной профессии. Я начинала с должности помощника пекаря. Меня хорошо приняли в коллектив, помогали, объясняли, терпеливо подсказывали какие-то нюансы. Было немного страшно, что у тебя не получится, потому что хлеб – это все-таки большая ответственность, и поначалу боишься, что сделаешь что-нибудь не так. Но потом, когда уже понимаешь, с какого боку к хлебу подойти, приходит умиротворение и настоящее удовольствие от проделанной работы. Кто-то может считать, что профессия пекаря не совсем мужская, но они просто не пробовали. Я работаю с большим удовольствием. К нам в пекарню приходят гости, которым нужен вкусный, хороший хлеб. И я люблю удивлять и радовать людей. Я думаю, главный принцип работы пекарем – это любовь к своему делу. Потому что если тебе нравится то, что ты делаешь, ты это делаешь качественно. Еще год назад я даже и не думал, что я могу хорошо зарабатывать. Но сейчас это стало получаться. Да, работы много. Работа пекаря начинается еще до рассвета, но я уже привык к такому режиму работы. Я могу спокойно смотреть в будущее, не боясь, потому что, что бы ни случилось, хлеб будут есть всегда. Нисколько не жалею, что я пришла сюда работать. Здесь хороший коллектив, достойная зарплата и интересная работа. А самое главное – стабильность, и я могу планировать свою жизнь.